Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Неправильно. Нужно найти предмет, который не похож на остальные. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Нет, Лунтик, ты выбрал предмет неправильно. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Неправильно. Нужно найти предмет, который не похож на остальные. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Нет, Лунтик, ты выбрал предмет неправильно. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Будь внимательнее, Лунтик. Это неправильный ответ. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Неправильно. Нужно найти предмет, который не похож на остальные. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Ура! У нас получилось! Спасибо тебе, Лунтик. Да не за что. Честно говоря, мне даже понравилось. Если захочешь снова помочь мне разобрать посуду, приходи, у меня ее еще много. Как вкусно пахнет! Эти пирожные... Я бы с удовольствием съела одну. Конечно, угощу. Согласен. На самом деле, это еще не... А может, сразу их съесть? Ну что ты? Об этом я даже не... Я буду ставить на стол. Боюсь, что без твоей помощи мне не справиться. Это правильный ответ. У тебя здорово получается. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Нет, Лунтик, эти половинки не похожи друг на друга. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Молодец, Лунтик, мы собрали это пирожное. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Это правильный ответ. У тебя здорово получается. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Да, Лунтик, это правильный ответ. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Будь внимательнее, Лунтик. Нам нужно найти две одинаковые половинки. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Молодец, Лунтик, мы собрали это пирожное. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Нет, Лунтик, эти половинки не похожи друг на друга. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Будь внимательнее, Лунтик. Нам нужно найти две одинаковые половинки. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Да, Лунтик, это правильный ответ. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Лунтик, мне кажется, мы еще не закончили собирать пирожные.